Мы находимся, приехали в деревню Дудино. Да, 40 дворов здесь. Раньше была очень большая деревня. Село было. Часовня была своя до революции еще. А сейчас вот такой маленькая деревня. И то, тут 20 дворов. Но летом, зимой будет намного меньше. Тут несколько, может, семей живут. А так все сам дачники. Вот там, вот это вот уже дальше идет. Деревня, поселок Богдановский. Там больше. Там типа районному такое, где почта есть. 3 магазина или 4 даже. Вот. Сама деревня расположена на берегу реки. И протекает ручей. Ручья и воду берут, стирают, полоскают. Все это находится в лесу. Как бы все вокруг в лесу. Там лес, там. В каждом дворе есть, у каждого баня своя. То есть народ чистоплотный. Вон, допустим, баньку топят. Баня тут обязательно атрибут каждого двора. Так, появился испокон. Вот дом тестя. Зелененький выделяется, двухэтажный. В каждом дворе обязательно теплица. Здесь и помидоры, огурцы, они так на открытом грунте не растут. Все-таки север, перец он тоже богарки не растет. Растет малина, клубника. Вон черноплодка растет. Личики тут разнообразные. Деревенский быт. Собаки, кошки, много машин. Допустим, да, вот люди живут. А вот и мама была пустая, ехала. Если в деревне работать, не пить, то можно жить вполне зажиточно. Смотрите газельку, она красивая. Вот еще часть зажиточного быта. Ну и разрушка, заброшка. Кто-то пытался сделать двухэтажный дом. Но заброшен, не знаю почему. Говорят, он только построил и его бросил. Вот в этом, вот в этом мы и говорили, что туда пойти. С касками. Мы его разбивали. Детский быт. Девочка стоит. К сожалению, нет никого. Коров, это не козы есть. Да курей никого нет. У некоторых дворов есть козы. И все. К сожалению, поросят даже нет. Все такое уже. Как сказать. Нет подсобки никого. Есть, да, есть тут люди, у которых есть и куры, и козы, даже, кажется, поросята. Но почему-то никто не держит коров. Деревенские дети. Как можно жить, если не бухаешь? В деревне причем. Не все деревни алкаши. Это очень даже приличные домики. Машина хорошая. И вон дом хороший, и вон. Даже в деревне косят газонокосилками. Мурманские. Косами, косами обычно.
Ну вот, зашли мы вглубь деревни, так сказать. Глубь, она очень маленькая, но здесь есть глубинка. И то, смотрите, какие ухоженные домики. Все порядочно. Вот этот сиреневый домик. К примеру. Вот новый дом. Сейчас мы пойдем поближе. Новый дом тут строит. Там дети что-то увидели. Собака, говорят, там какая-то большая. Вот, строит дом. Такой красивый будет домик. На месте старого, скорее всего. Старый развалят, на дрова пустят. Переедут этот дом. Сейчас так делают. Вон красная смородина поспела. Такой красивый домик. Природу. Чего? Природу? Вон туда вот. Какая-то заброшка. Это что, заброшенный дом? Угу. А можно туда сходить? Нет, он закрытый. Видите, он его дверь забили, чтобы туда никто не лазил. Они же забросили, они... Непонятно, она... Совсем заброшенный или да, хозяева ждет? Ну дом такой цельный, знатный. Так, а вон строится домик с верандой. Ну вот мы дошли до конца деревни. Оп! Так. Вон там тоже домик новый. Вон там тоже что-то делают. Все, конец деревни. Там где-то 3 или 6 километров. Помню, сколько вы тут кутер. Да, 3 километра, да. Крыша не обивает вот такими плакатами. Чем? Здесь деревня не очень там распространено. А вот. А вот там, в Богдановском, это повсеместно практически. Она не протекает, они покупают их. И... Вот, к примеру. Квадроциклы у людей есть во дворах. Вот. Отпивает, говорят, очень хорошая ткань. Не промокает, не протекает. Легкая. Вот так живет люди в деревне. Кровать красивая. Там остановка. И дорога. Люди косят здесь траву, не косой. Я сказал ранее, косы есть, конечно, люди умеют косить, но как-то они уже побогаче стали. У этого хозяева что-то есть, там сено припасено, видимо, кто-то живет. И похоже, что поросята у него есть. Значит, не все так плохо. Смотрите, там какая красивая веранда у людей, человек. Подойду поближе. А, ну, в принципе, я здесь уже проходил. Показывал. Вон там столько машин стоит. Деревенский быт. Между прочим. Такой старый дом. У него даже сохранилось. Не знаю, как это называется уже. Не помню. Штуковина. Ну, что-то все поросло. Вроде тут люди жили. Совсем недавно, в том году. Какой красивый дворик. Вон новое все. Новый домик такой.
Вечернее поедание гороха. Такой у них подножный корм, это у соседей. Дом рядом с дорогой, поэтому тут так шумно. Вот тут так красиво, все благорожно. Это баня напротив меня. А нет, напротив меня баня, вон та, это современка, скорее всего. Да. Так. Цветочки. Он даже под солом растет. Тут... Здесь таксофон такой стоит, телекомовский. Интересно, работает или нет. Ну, никто не ломает. Включи дудочек. Как там? Прошли мимо. Пустячки. Лучше вроде как были, а то раз. Исчезли. Прошли мимо. Дождевые. Облака. Богдановский поселок. Зачем? Как зачем? Чтобы ходить приезжать в свежем воздухе. Это у них такие мусорки. А зачем? Там дом культуры. Красиво. Красивая березка. Только не дома. Там быт у кого-то, человек что делает. Такая деревня Дудино. Это на ручье расположено, ручье все моют, стирают, все полоскают, оттуда воду берут, когда все прополоскали, помыли. Народ трудится, живет в достатке.
Такие здесь аттракционы в деревне. Пока. Аттракцион. Еще один аттракцион, дети там внутри, их будут катать. Называют эту штуку каракат почему-то, не знаю, вот сейчас они там внутри залезли, вон голова Пети видна. Сейчас заведется, он кричит. И поедет. Какие вот здесь развлечения деревенские. Так, все здесь благообразно. Долго заводится, конечно. После дождика радуга такая. Какие просторы здесь. Всего последний день деревни. Сегодня уезжаем. Вот такой ракурс мне понравился. Вот отсюда. Просто крыши, крыши, крыши. Такое ощущение, будто деревня большая. Да, реально вот. Смотришь отсюда, создается иллюзия. На самом деле тут 40 дворов всего. Но летом они все заполнены, летом всех живут практически. Но вот зимой остается немного домов, в которых кто-нибудь живет. Все в основном дедушки, бабушки и гости, они уезжают в города. Северодвинск, Архангельск, Мурманск. Ну, кто куда. Тот, куда приехал. А летом тут жизнь кипит. Вот потихонечку народ начинает уезжать. Мы уехали. Тут еще кто был в отпусках, они начинают уезжать. Такой вот очень красивый отсюда вид. Ну, мне нравится. Тут враг. Карьер. Отсюда песок добывают. Там местные жители когда строят. Вот впереди заброшка. Если кто видит, впереди заброшка вот перед речкой. Но она вся забита. Я туда не пошел. Не хочу связываться. На том берегу тоже деревня. Зимой. А летом магазина там нет. Той деревне летом народ на лодках переплывает на эту сторону и закупаются продуктами, едут обратно. А зимой уже по реке переходят. Зимой проще им в самом деле жить. Там отдаленном все равно. Вот сейчас я зум увеличу, чтобы было видно. Далекие деревни видится. Еще одна. На том берегу. Облака. Сегодня дождя нет, сегодня тепло. На речку не пошли уже. Что-то мне не хочется. Все, сейчас обедаем. Собираемся и в путь.